Сегодня у нас, в общем, бургер, пицца, пепси, да? И затронем такую тему для общения. Почему же охладевает любовь в отношениях? То есть между мужчиной и женщиной, да? Ну, для начала, всем приятного аппетита. Погнали. Бургер свежий, скажем, просится ко мне. Вы, ребята, можете порассуждать над этим вопросом. Почему остывают отношения? Между парами, да? И напишите свое мнение. Что думаете по этому поводу? Пепси на запивон. Один из моментов, люди рассуждают так. И почему остывает отношение, да? Возможно, даже я с этим соглашусь. Один из моментов, когда люди начинают между собой часто ссориться, ревновать ко всему, постоянно проявлять такой дух недовольства, что-то не нравится в жене, например, то не так приготовила, то не то приготовила, не так поставила, да, не так сделала, или муж. Постоянно недоверие. Я считаю, один из моментов так и есть. Почему? Потому что когда один из супругов, или просто когда вы живете вместе с человеком, испытывает постоянно дух недовольства и гормона радости мало в жизни, остывает тоже отношения. И человек потом думает, как бы с ним быстрее попрощаться. Хотя, может быть, уже пройден этап жизни. Это не так, когда ты пришел в первый класс в школе, поучился месяц, да, и ты понял, что тебе в этом классе, ну, скажем так, ну, образно говоря, некомфортно, и просишь родителей, переведи меня в другую школу, да. А когда люди живут годами в отношениях, ну, им даже сложно, возможно, это все так взять, и они просто живут, ну, то есть, как соседи. Что вы думаете насчет этого всего? Пицца у нас тоже вкусная, кстати, и такая свеженькая. Может, кто-то, зная со своего личного примера в жизни, с наблюдения своих друзей, с подруг. У тех, у кого охладевает любовь в отношениях, человек становится безразличным. Тому человеку во всем буквально. У кого-то проявляется это в разной степени. Кто-то даже об этом говорит конкретно, кто-то в себе это все держит. Итак, кто не подписан на канал, ребята, подписываем. Самая лучшая поддержка для меня и мотивация – это лайк, подписка на канал.
вкусный эти бургер. Пицца вообще мягенькая. Залетает хорошо. Всем, ребята, приятного аппетита. И берегите свои отношения.